Выбирать будущую профессию всегда непросто. Вдвойне сложнее сделать это тем, у кого есть проблемы со здоровьем. Чебоксарский центр занятости пришел на помощь таким ребятам и проводит у себя профориентационные уроки. Полицейский, учитель, футболист или цирковой артист. Такой видит свою профессию пятиклассники второй чебоксарской школы. У них ограниченные возможности по здоровью, но разве можно отказаться от мечты? Их рисунки висят теперь в городском центре занятости. А для десятиклассников здесь провели отдельное занятие. Учитель? Да. О профессиях через игру. Так проходит профориентационный урок. 30 тысяч специальностей, из которых надо выбрать всего одну. Возможностей много и для людей с инвалидностью есть варианты трудоустройства. Главное правильно сориентироваться, и мы им в этом помогаем. То есть у них есть определенные способности, возможности, которые они могут реализовать. И наши профессионалы, профконсультанты помогут им с выбором профессии. Вопросов у ребят было много. Специалисты центра не только рассказали о преимуществах той или иной профессии, но и провели компьютерное тестирование. Дима Фильченко уже определился, кем хочет стать. Я буду ветеринарным врачом, буду лечить домашних животных. Надо знать очень много. Это надо учить сразу с биологией, с химией и анатомией. Вот еще. Буду поступать в сельхозакадемию, потом на врача, а потом уже на ветеринара. Такие занятия в центре занятости проходят регулярно. Мы уже не первый раз сюда приходим, и специалисты нам рассказывают о будущих профессиях. В школе у нас, конечно, проходят различные мероприятия о профессиях. Также мы проводим беседы, КБН, презентации. Дети готовят различные презентации. Это очень помогает нашим детям при выборе профессии. Татьяна Леонтьева, Борис Андреев, Республика.